Ну как, первая лунка, Андрей? Ёшики пока. О, уже рыба есть, значит. То есть не зря ехал, уже есть рыба. Это да. Тактическую схему выполнил, задуманную? Пока каша в голове. Ну, посверлить дали хотя бы, посверлить, все, что хотел. Да. Давай, старайся. Вот наш самый известный белорус из нашей тусовки. Российский белорус. Как ты? Белорусский россиянин. Угол взял, как да. Положено? Да, то, что осталось. Дмитрий Дерябин, лучший спортсмен из сегодняшних соревнований, наверное. Посмотрим по итогам. Как, Дима, получилось тактическую задумку реализовать? Дали посверлить? Дали посверлить, но немножко не там, где захотел. Меня, конечно, со всех сторон более опытные спортсмены обсверлили. Вот там с левой стороны сидит товарищ. Да, Алексей может. О, вот он. Сразу вес пошел. Вот это королевская рыбка. Так покрупнее бы, что-то он мелкий, конечно. Не, ну это как бы, наверное, из самых мелких местных. А у меня в тот раз на одной лунке я штук 15 поймал вершей. Ну, по моей ловле это до хера было, потому что. А потом поздно на эту лунку вернулся. Я ходил-ходил, она выдавила ее. Ходил-ходил, хреновенько. Потом возвращаюсь на нее трех подряд, грамм по 40. О. Осталось 5 минут. Думаю, что я 30 минут шаркался где-то. Надо было здесь, да. не шевелясь, сидеть. Замереть и караулить. Да, да, да. Да, что-то вообще едва-едва. Вообще, да. Лодычка не крупная. Ну, так, я сказал, нормально. Особенно, если ты плотву поставишь, как бы... чтобы она постоянно... Ну, выигрыш не могу, не согласен. Если ее поставить туда... Попробуем. Как, рыбы? Отлично. Тренируюсь, наверное. Тут пятые лески. Тяжело мне дается. Ну, сейчас немножко ветерка, как бы, но, допустим, это наоборот получше. Поскольку... Вот. Вот путается периодически. Да, контроль лески тут нужен. Да, с самого начала до самого конца. Как бы ты всегда должен знать, где она, как она. Ну да, надо просто почаще тренироваться на это дело. Вот. То есть размер мормышки, мне кажется, вообще без разницы. Она клюет, если она есть, мне кажется, она клюет на все. Ну, значит, надо уходить в крупнее мормышки. Ну вот, сейчас восьмерка стоит, и мормыха трое. А, и все получается. Первая поклевка. Ну, как она? Поклевывает немножко. О, хорошо. Плотвичка выходит. Mm-hmm. Окушок немножко подходит. Ну как ты через полтора часа тура? В берегу окунь мелкий. На той лунке вообще его много. Я даже ушел оттуда, но он мелкий. Зато здесь дует меньше. Ты поэтому здесь сидишь? Нет, нет. Проверяю все. Сейчас вот последнюю лунку там проверю в углу. Ну то, что там, скорее всего, что-то идешь у нас. В общем, такой. Раза, не знаю, вот вата точно крупнее, чем вот это. Да, ершишки хорошие. Грамм 40 точно есть в некоторых. До 50 у меня. Да, да. Жирно. Что-то тут все.
в угловую. Первое место за скоростное перемещение по зоне у Славы Лепневича. Ура! А за это что ему дают? Деньги там, блядь, квартиру. Я тебе чай налью. Квартиру в центре, не? Не, редко кто так умеет. Это прям, блин, это офигительное мастерство. Ну, как оно? Все-таки продолжается история, да? Да, продолжается. Потихонечку бегаешь, ты-то полтишка, то кушок все-таки немножко. Отлично. На ушко все-таки покрупнее поставят. Плюс потолще. Ты как подходишь, так у меня сразу три раза. Вот раз ты там, конечно, мимо прошел, плотвина попала. Здесь плотвина попала. Это хорошо или плохо? Не знаю.